Друзья, всем привет! На связи снова с вами Владимир Селезнев, команда номер один. За моей спиной находится школа Олимпийского резерва, и каждое утро, 6 дней в неделю, я приезжаю сюда. Дело в том, что мой сын Владислав, старший сын, занимается настольным теннисом и уже занимается профессионально, поэтому у него каждый день и уточная, и вечерняя тренировка. Это видео я решил записать возле школы Олимпийского резерва, только потому, что у меня сегодня утром возникла ассоциация нашего бизнеса с профессиональным спортом. Все вы знаете наверняка, что мы с женой профессионально занимаемся сетевым бизнесом и в настоящий момент сотрудничаем с компанией Armel. Многие мне пишут, в чем ваш успех, почему у вас за короткий промежуток времени такие хорошие результаты. А я скажу вам просто, потому что мы наш бизнес очень сильно воспринимаем как занятие профессиональным спортом. То есть мы стабильны. Недаром я начал свое это видео о том, что я каждое утро сюда приезжаю. Да, и мой сын тоже имеет какие-то определенные достижения благодаря тому, что он регулярно, ежедневно посвящает этому делу свое время. Да, как и у большинства людей, и у детей в частности, возникают такие моменты, когда что-то не хочется. И очень часто бывало так, что наш сын заявлял о том, что он не пойдет на утреннюю тренировку, потому что ему хочется поспать, потому что он вечером заигрался там в свои любимые игрушки. Вот. Но силой воли, убеждения, да, мы уговаривали нашего сына собраться и поехать на тренировку. И это продолжается уже 2 года, да, то есть этот спорт, которым занимается наш сын, и приучает и нас к определенной дисциплине. Дисциплине тому, что надо тоже утром рано встать, одеть ребенка, накормить его и привести в эту школу настольного тенниса. Друзья, если вы будете свой собственный бизнес воспринимать как спорт, да, то у вас обязательно появятся результаты, потому что именно простые ежедневные действия приводят всех вас к хорошим результатам. Мы уже во многих видео говорили о том, что совершенно скоро, да, это будет 8-9 числа в городе Оренбурге пройдет большой обучающий саммит. Саммит мастеров, где мы расскажем все техники и всю дадим самую интересную информацию, как простыми действиями достигать хороших результатов в своем бизнесе. Друзья, никто не любит работать, да, но все любят пожинать плоды, да, своего труда. Все любят отдыхать и развлекаться, покупать самые лучшие вещи, отдыхать в лучших курортах мира и так далее. Вот, смотрите, друзья. Спорт, наш бизнес – это как спорт. Мы каждый день делаем какие-то простые действия, терпим неудачи. На нашем пути становления нашего бизнеса мы встречаем очень много отказов людей, которым не интересен наш продукт, не интересна наша бизнес-возможность. Так и в спорте, да. Мой сын когда-то вообще не умел держать ракетку в руках. Много раз, каждую тренировку, много раз он делает одни и те же действия, и не всегда все получается. Не получаются удары слева, справа, там подачи не получаются, но он постепенно отрабатывает свои удары и фиксируется на том, что у него получается. Приходя в этот бизнес, даже если у нас есть какой-то определенный опыт в других сетевых компаниях, все равно здесь нужно учиться, так как специфический продукт, да, духи, есть какие-то общие тенденции, да, но в любом случае нужно учиться. Именно такие мероприятия, как саммит мастеров, позволяют вам учиться у тех людей, которые реально достигли хороших результатов, которые умеют, которые являются профессионалами своего дела, да? Именно благодаря отсюда вы уедете с такого мероприятия с четкой пошаговой системой, как нужно действовать. И, конечно же, просто посетив это мероприятие и приехав к себе домой, не начав действовать, ничего у вас не получится. Поэтому важный момент, да, для того, чтобы вы достигли больших результатов, вам нужно, хороший опытный наставник, грамотная вам
консультация, ведение пошаговое в бизнес и, самое главное, ваши действия. Тогда это все приведет к хорошему результату, как это произошло с нашей семьей, так и происходит со многими партнерами, которые за короткий промежуток времени в компании «Армель» достигли хороших результатов. Друзья, но в нашем бизнесе есть отличия. В любом спорте есть первое место, есть одно место чемпиона, да? В нашем сетевом бизнесе этих мест очень много, и каждый из вас может стать чемпионом, если вы будете учиться у лучших, если вы будете примененные знания практиковать регулярно, даже если у вас не будет получаться. Но, как правило, люди, попробовав раз, два, три, получив свои там 5-15 отказов, встретили какие-то возражения, на которых вы не смогли ответить, да, вы опускаете руки и расстаетесь своей мечтой, мечтой выйти на приличный доход, жить той жизнью, которую живут уже миллионы людей по всему миру, доллар-миллионеры и из индустрии MLM-бизнеса. Потому что, друзья, каждые 15 минут в мире рождается один долларовый миллионер. Подумайте об этом. Почему вы не сможете это сделать? У вас также есть две руки, там одна голова, два глаза, нос, рот, у вас есть голова, которая думает, вам просто нужно сюда вложить правильную информацию, да, открыть видение, которое позволит именно на этом форуме вам сделать. И что делать? И начинать пошагово, регулярно действовать. В этом есть определенный залог успеха. О всех секретах, о всех техниках и самых простых и надежных проверенных шагов мы расскажем на нашем саммите, который пройдет, еще раз напомню, 8-9 апреля 2017 года в городе Оренбурге. Очень уже много партнеров, которые приобрели заветный билет в своем личном кабинете, чтобы посетить наш саммит в городе Оренбурге. Я знаю еще больше людей, которые еще не приобрели, а будут те, которые за последний момент, да, как говорится, прыгнут в последний поезд и уже приедут сюда, в город Оренбург, и здесь на месте приобретут билеты. Я вам это не рекомендую делать, потому что именно если вы берете здесь и сейчас в своем личном кабинете, это уже как бы гарантия вашего настроя, что вы точно уже готовы ехать, и все обстоятельства построятся под вас. Поэтому заходите в свой личный кабинет и берите билеты на саммит, и будьте чемпионами в своем собственном бизнесе. Вот. Но для этого приезжайте на саммит, учитесь у лучших и внедряйте полученные знания в свой бизнес. Друзья, с вами был Владимир Селезнев, команда номер один. Увидимся с вами на саммите мастеров в городе Оренбурге 8-9 апреля 2017 года. Всех жду!